Нам сейчас главное случайно не получить травму и здоровыми подойти к городскому турниру. Тех любителей, что нам сейчас назначат, мы и лежа должны обыгрывать. О, это же Крош и Ёжик! Не знал, что вы играете в теннис. Привет! Нам, конечно, трудно настроиться на матч с заранее слабым соперником. Но мы профи и должны это уметь. Что играют с профи. Оп. Эй. Сильного порывистого ветра могут только экстра-профи. А может, сделаем паузу, пока ветер не стихнет? Ни в коем случае! Подавай! Oh.
Стемнело. Сейчас они посыпятся. Только супер-мега-экстра-профи могут играть в абсолютной темноте. Подавай. Отбили. Кажется, летит влево. Все-таки я настаиваю на переносе матча. Слышите? Что это? Землетрясение! Сейчас, иди, любители, точно! Посыпятся!